Здравствуйте! Сегодня мы с вами приехали на старую Тизиковку. Старая Тизиковка и здесь у нас мост. Не мост, вернее, а это какая-то железнодорожная линия здесь, правильно же идет? Раньше здесь был базар. Тизиковка. Частные дома здесь и в правую сторону стоит забор, все огорожено, железная дорога. Сейчас эта улица называется Ок-Юл. Раньше я вот как называлась, не знаю, но Тизиковка ли это была? Если кто знает, напишите. Так, вернувшись назад, вот к базарчику, а мы сейчас проедемся на противоположную сторону Тизиковки. Назад или? То есть, по-моему, только назад сверху.
Кто-то из подписчиков спрашивал дворец железнодорожников возле Северного вокзала. Так вот, этот дворец, он до сих пор стоит на этом же месте, и он сейчас тоже дворец железнодорожников. Так вот, если сделать поближе, видно. Поворачиваем на улицу Фидокор. Раньше это была, по-моему, улица Чехова. И здесь до сих пор работает водоканал, который знаменитый водоканал на Чехова, городской. До сих пор он здесь и есть. Первая поликлиника. Здесь почта была раньше, сейчас она тоже работает, районная почта. Наша прогулка заканчивается. Всем спасибо и до свидания.